Ребята, всем огромный привет! Сегодня готовим вот такую замечательную грудинку в луковом отваре, в казане на костре. Ну что, начинаем? Поехали! Костер разгорается, ставим казанчик. Укладываем грудиночку. У нас свиная грудиночка 3 килограмма, ровно. Друзья, я заранее отварил из луковой шелухи отвар, здесь 3 литра. Насыщенный цвет получается. Я еще сюда, наверное, литр воды налью. Солим. На каждый литр добавляем 3 столовые ложки соли с горкой. Соль у нас крупная, первого помола. Десять, 11, ну как раз эти полпачки, 12 и от себятины. На 4 литра 12 столовых ложек соли. Закрываем крышкой и варим на медленном огне 2,5-3 часа. Кроме соли, больше ничего не добавляю. Ни лаврушку, ни черный перец, ничего. Все будет потом. Не переключайтесь. Ребятушки, прошло 2 часа 45 минут, мы эту всю красоту достали, она уже приготовилась. Сейчас остужаем и натираем всякими вкуснятушками. Остыла наша грудиночка, берем фольгу, берем кусочек. И натираем чесноком и перцем. Вы можете добавлять любые специи, какие вам нравятся. Натерли и заворачиваем фольгу. Кусманчик готов один. Натерли мне 3 кусочка. Вот этот кусочек я вам сейчас разрежу, покажу вам качество, как он сварился. Разрезаем. Ребятки, это вообще супер просто.
Сейчас отрезаю себе кусочек и дегустация. И быстро бежим кушать. Быстро бежим кушать. Отрезаем. Да побольше. Пока два кусочка. Ребята, под это дело надо обязательно 50 грамм. Друзья мои, за вас, за наши праздники майские, всего вам самого хорошего. О. Ну что, ребята, дегустируем. По соли идеально. В общей сложности, когда мы варили, у нас ушло 5 литров жидкости. 3 литра у нас лукового отвара и 2 литра воды я добавлял в процессе выкипания. Блин, идеально. По соли прям 12 столовых ложек соли с горкой. В самый раз. Супер. Попробуйте приготовить такой рецепт. Очень простой, но качество на все 100%. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписка на мой канал. Всего вам хорошего, дорогие мои. Оставайтесь со мной.